В Российском университете дружбы народов состоялось заседание экспертного совета по международной деятельности при Комитете по образованию Государственной Думы Российской Федерации. В заседании приняли участие заместитель руководителя Россотрудничества Лариса Ефремова, заместитель председателя Комитета по образованию Госдумы Российской Федерации Виктор Шудегов, заместитель директора Международного департамента Министерства образования и науки России Борис Железов и другие. Обсуждались вопросы получения виз иностранными студентами, увеличения квот на обучение, дебюрократизации современной системы образования в нашей стране. Очень было много жалоб в адрес президента Российской Федерации. Он, конечно, обратился к председателю Государственной Думы Нарышкину Сергею Евгеньевичу с просьбой разработать механизмы по дебюрократизации системы образования. 300 видов отчетности в разные инстанции. Большинство не связано даже с системой образования. Я считаю, что нам сейчас надо максимально все-таки эту работу провести. Но мы на законодательном уровне, на местах, может быть, еще отменять какие-то дополнительные формы отчетности, как правило, никому не нужны. По итогам заседания было принято решение о необходимости создания рабочей группы, которая займется подготовкой совместной позиции членов экспертного совета для предстоящей встречи с руководителем Федеральной миграционной службы Российской Федерации Константином Рамадановским. Планируется обсудить вопросы, связанные с процедурой получения российской визы иностранными гражданами, продолжающими обучение на следующем уровне образования в вузах Российской Федерации, а также о необходимости информирования иностранных граждан о совершенных ими правонарушениях и размещении этой информации на официальном сайте Федеральной миграционной службы. Телевидение РУДН. Новости.